Woo! Еще. Опа, еще. Эти такие. Не, ну 200. Ай, крыльец, блин. О, нет, да, нет, да. Блин. Алён! Ну, нет. Шестая, сука. Аллилуйя. Гигантский респектиздище. Респиздиздюздище просто. Интересно, да? Калашик уже есть. Я ждал этого, ждал. Два светлых парца, блин. Да ладно. И Винтер тоже. Элита. Я даже не знаю такую пушку, блин. Блядь, две... Сука, Цербер! Мяж... Да ладно, блин. Еще один Цербер. Сегодня нама прямо прёта. Сегодня прёта прямо нама. Сегодня никогда такого ощущения не было. Где-то кто... Вот этот пистолетик. И керамбиты туда же. И туда же керамбиты, нахрен. Тут не золотая капсула, тут типа... Вач так. Блять, я тут сегодня... Да... Блять. Если еще ребята... Здравствуйте, мальчики и девочки. Итак, последнее январское включение капсул. Это последний аккаунт, на котором остались еще капсулы. Причем не крутил я вообще. Ну, нафармил я, конечно, не сказать, что прям очень много. Но для меня это, блин, ну, самое безумное. Тут 1330 капсул. Это, конечно, пипец нафиг просто. Это жесть. И аккаунт, на самом деле, такой пустой. То есть, не, ну как пустой? Тут из випок белый хищник есть. Доминатор, драконы, Инферно Томпсон, да, Драгон, Гатлинг Драгон, два дракона РПК. Вот, но люксов нету. То есть, по сути того, есть шанс выкрутить еще и випов, из виповских капсул. То есть, будем крутить. Будем надеяться на очень хороший шанс выпадания капсапсапсапсапсал. Че, начнем с январских вот этих, потому что их просто куча. Мне очень хочется попробовать, да. Нафармил мало, правда. Я не знаю, почему тут 27, я нафигарил, блин. То есть это 75, можно было больше, видите, тут 245, там же ограничений не было. Но не знал, просто не знал, а так бы было тут вообще 1002, наверное. Ну че, вперед, поехали. Итак, спасибо ребятам, админам, спасибо за это все. Это, конечно, круто. Так, ну что, поехали. Январская капсула события. Красным скорпионом всегда равно не получу, даже
здесь что-то выбью. Вот здесь классная эмочка, конечно, очень хочется мне вот эту эмочку на одном аккаунте. Ну, на варечке, конечно, вообще прет. На варечке что только не навыпадало. Варечка, наверное, самый забитый пушками, как говорится, аккаунт. Там больше всего, наверное, и очень интересно. Короче, все, есть, наверное, все на аккаунте варечки. Так, ну, как всегда, да, я кручу... Ой, пардон, не открытый капсул. А событие, очень хочу я событие D. Где у нас виповское событие D? А где оно? Где событие D? А вот капсул событие D. Там пушка, которая пипец как мне нравится. И очень хочу хотя бы на один аккаунт выиграть. Ни на одном аккаунте, ни на линочке нигде нету вот этого кракена. М4-1 кракен. А очень мне хочется его выбить. Так, ну что, поехали дальше. Теперь дальше продолжаем, да, крутить вот эти вот капсулы. И на каждую удачу я буду выбивать. Потому что, ну да, потому что двойное выпадает. Даже если на 7 дней, то уже не 7, а 14 дней получается. Потому что, ну да, есть смысл вышибать. Так, ну что. Давай, эмочка, прилети хотя бы сюда-то, чтобы было. Ну вот. Несчастливое, как я уже говорил, ужасно несчастливое кручение было купонов у Линочка, 72 купона в ноль. У меня 57 купонов, выпал из них розовый Анпинг 94, выпал из них герой Пинг М4-1, 2 штуки. Вот, Линочек пыталась выбить себе свою любимую пушку на данный момент, это АК-12 Стальной Паук, но она у нее не выбилась, но ее подружка Манечка ей тут же, блин, приваляла его, ну, на время, но все равно было очень ей приятно. Так, ну что, и опять... Да, возвращаюсь к неоткрытым капсулам. Опять событие D. И будем открывать. И в надежде на то, что, блин, выпадет все-таки. На один день, сволочь, издевается, смотри. Один день, один день, один день. Блин, реально издевается, зараза, блин. Ну хоть бы, блин, на, я не знаю, на неделю, на месяц. Это просто издевательство какое-то, блин. Я хочу открыть ее, а она, блин, на один день. Ладно, поехали дальше. Так, ну чё, эмочка, емочка. Мы будем перерывы делать. Я решил вот эти самые длинные капсулы, между ними делать перерывчики других капсул. Ну, чтобы не было вот так вот прям устало, а тут, блин, аж по 240 капсул, просто с ума сойдешь. Слушай, кто-то, блин, 1000 нафигарил. Это вообще с ума... Я не знаю, как рубить на автомат, только и спать. Включаешь автовращение и пошел спать. Ну, только так. Так, ребята, ну ладно, вот, да не может быть. Опять 75 капсул и мимо, да? Да что-то вообще, может быть, не стоит крутить-то? Сегодня день какой? Сегодня 20, может быть, 20 февраля, вообще несчастливый день. Не, Линочек вчера крутил, 19-го. Может, вообще в конце февраля-то не стоит крутить? Бляха-муха, пропустил я, ладно, хрен с ним. Пропустил я удачу. Вот, фигово, кстати. У меня там не так много будет удачи. Очень фигово, что я пропустил удачу. Нельзя пропускать, между прочим, блин. Да, удачливые эти моменты. Так, ну что, придется мне випки оставить на следующий раз. Так, январская капсула события. А, блин, нельзя, 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 вы что? Потому что там много виповских капсул. Вот, так, 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 так. Ну, так и не, блин, так и не выпадет эта эмка. Да ладно, слушай. А, нет, Линочку выпало на аккаунт. Но, блин, не выпал, правда, все равно красный скорпион. Вот это такая тоже у нас засада была. Так, 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 так. Еще раз, да? Да? Блин, пиндец, 75 капсул в задницу, пардон. Линок тоже что-то у меня тут как-то не сильно припривает. Прям даже как-то не опять один день. Да епаш, да что ж такое-то просто, блин. Один день. Крыдец, блин. Смешно. Так, ну что, есть, что-то пришло, блин. А что это такое? О, кастет и нож. А, да нет, а там не кастет, там все равно надо. Слушайте, значит, здесь по-любому бы не выпало. Да, по-любому кастет и нож, а должно было бы выпасть эмочка. На эмочка тут. Ни хрена. И последняя капсула. Ни хрена не пришла эмочка, так что... спасибо большое. Кастет и нож вылетели. Ну что, поехали дальше. Открываем капсулу следующие. Давайте. Итак, следующие у нас капсулы. Поехали, январское событие.
Блин, ну правда, ёмко, событие Б. Ну давай, январские события Б будем крутить. Чё у нас там событие Б, это я забыл уже. Вылетит там, блин, от кастета только выплет. То один. Слушай, правда, все вываливалось, что ли, когда крутили в это... У меня тут гатлинги есть, правда? Но тоже неплохо. Уже пришло, уже хорошо, уже замечательно. Ой, хочу. Ну, Линочек, правда, два... Кстати, Линочек выбило с 1260 капсул, выбило 25 предметов навсегда. Интересно, сколько мне выпадет, да? Ну, давайте. Блин, там три гатлинга нафигарил тогда. Это что-то, блин... Может, правда, было надо было во время ивента, так сказать, крутить. Тогда бы выпадало просто куча-прикуча. Сейчас... Гатлинг тоже, блин, основной. Блин, вообще, МК-карта много кому выпадала. Вот тоже интересная вещь. Потому что тоже мне создается впечатление, что не сильно-то она всем и выпадала. Вот. Но опять на один день кракен. Да пиздец просто. Это какой-то правда, слушайте. Закончилось, что ли, все вообще? Да. Что, купонов много? Покупаем то, что у нас нету прям на складе. Обмен произведен. Отлично. Так, ну что, продолжаем крутить капсулы, январские капсулы, вот эти вот. События Б. Пришел только один гатлинг пока. Да. Удачи, неудачи. Грустно же, да, когда ты, конечно, знаешь, что тебе по-любому не выпадет. Блин, а он по-любому бы не выпал, даже если бы я крутил, потому что опять же МК не выпал. Блин, ну опять, вот если знать, что не ограничено. Опять, вот самую главную информацию не писали. Не написали информацию, что количество капсул не ограничено. Хотя иногда пишут, да? Иногда пишут, вы получите только 30 капсул. Тут ни хрена не написали, все спрашивали, ограничено, не ограничено. Я, кстати, смотрите, даже на пульсник надел, чтобы у меня, не дай бог, рука не устала. Кисть руки. Рука бойца колоть устала. Ядром промешать летала. Гора, крова, гора вых тел. Вот. Сейчас он... Ну ничего, что-нибудь нафигарим. Блин, правда, я с этого аккаунта не сильно-то прям так и играю, но... Чтобы было. А вдруг, блин, у меня, кстати, кто у нас? Влад играет на этом аккаунте, между прочим. Кто? Может, Петька придет тоже, блин, будет играть на этом аккаунте. Ну... И опять на один день, сука, издевательство. 5 капсул, в каждой капсуле было кракен на один день. Ну, это просто вообще издевательство, блин. Зараза. Так, ладно. Даже... А что там, блин-то, просто полюбоваться? В общей сложности на 10 дней, что ли, получается? Блин, ну это крындец какой-то, блин. Ой, издеваются, ребята. Издеваются. Просто над нами просто издеваются. Так. Так, ну что, поехали дальше. Всего 2 пока предмета у нас. Дальше открываем мы капсулу. Январские события, да? Событие Б. Пулемет, да, вылетел. Гатлинг сейчас. Что там еще-то у нас? Я забыл здесь. Молоток, что ли? Что у нас должно выпасть? Не, а, гатлинг должен основной. Да, здесь должен был гатлинг. И пистолет еще здесь. Да, пистолет есть. Вылетит ли сейчас здесь пистолет? Неизвестно. Но будем на удачу каждый раз мы крутить виповки. И будем получать мы двойные виповки, блин. Крутим, слушайте, даже быстро. Это вот по времени засечь, да? Сколько сейчас? Даже не полдесятого, да, начали где-то в 9, наверное. Пипец, часа полтора, наверное, будет, да? По времени, да я засеку, блин, по времени сколько. Блин, я же нажимаю быстро, ты куда-то крутишься-то? Главное вовремя останавливаться. Так, тихо, шкала. Блин. Слушай, Ленок, что-то мне правда, блин, вообще тоже ни хрена мне не припред. Так, события, я забыл, что у нас, события С. Подожди, в события у нас этот люкс, да? Угу, точно. И опять на один день. Твою мать, они вообще издеваются. 1-7-1 люкс. Ай, сволочи, блин. Ай, вообще пипец. Деду, а что хотели, опять же, я говорю, сразу прям все навышибать, блин, хрен знает сколько. Поехали дальше. Так.
Ну давайте, пистолет-то тоже должен прибереть, блин. Гатлингов, правда, два. Как с ними? Ну, правда, один такой голубенький. То есть нет, один блестященький и металлический, другой золотой гатлинг, блин. Все с гатлингами. Не верю я вот, что с гатлингами без макросов бегают. Ну, потому что, блин, бегал, ну, не знаю как. Мне кажется, в любом случае ставят этот увеличенный, как его, чекпоинт или как он там, блин. Ну, чтобы попадать, короче, плотнее публики шли. Вот. Потому что, ну, пробовал я с гатлингов, хрен знает. И все, блин, сейчас я возьму гатлинг. Все такие выпендрюшники, правильно. У всех, блин, эти стоят. И сразу подозреваешь, думаешь, интересно, у тебя на всех пушках такое стоит. Вот. Раз ты гатлинг берешь, у тебя фигарец. Ну, он, по сути-то, макрос должен тогда стоять на всех пушках. Логично? Логично. Так, неоткрытая капсула, событие С. Давай событие С откроем сейчас, попробуем. Вот, припрёт ли нам событие С. А что у нас тут? А тут, по-моему, да, на 3 вообще. 30. О, вот здесь вот, блин, событие С по 30 дней, блин. Вообще пипец нафиг. 6, 30, 30 и 6. Блин, зараза, почему там эти 30, блин, тоже нифига рвалось. Вот зараза, блин, ну обидно, правда. Так, ну что, давайте дальше. Открываем мы вот эти январские предложения. Капсулы. Ой, у нас там много, у нас же еще эти там очень классные у нас. Одна из моих любимых капсул, с которых тоже здесь пока ничего нет. Еще один дракон. Крынец, блин. Нормально, блин. Слышите, а мне там, кстати, две капсулы. Два раза выпало по две золотых капсулы подряд. Вот это вообще, кстати, это феноменально, блин. Надо будет, там тоже можно видосик посмотреть. Прям подряд. Одна золотая, тут же вторая золотая. И вам через какое-то время, причем одно и то же событие. Тоже опять. Одна золотая, тут же вторая золотая, блин. Вот это, конечно, супер было, прикольно. Блин, ну как, Кракен реально, он такой, что, блин, фантастический, что его вообще ни хрена не дают. Ну, наверное, чем востребование оружия, тем реже ты его получаешь. Блин. Потому что РПК, по-моему, дракон уже у всех есть. Хотя тоже, кстати, РПК дракон тоже клево стреляет, между прочим. Так, получил я уже тут два дракона, блин. Так, неоткрытый капсул. Событие Б. Событие Б, пушка, которую у меня вообще нигде нету пока. Ни на одном аккаунте. Да, у меня вот Кракена нет ни на одном аккаунте. И нет у меня вот этого самого Цербера. На 7 дней вылетел Цербер. И нету Цербера ни на одном аккаунте. Вот. Будем дальше крутить. Может быть, нам и здесь припрёт. Может быть, Цербер припрёт. Блин, хрен его знает. Вот прикольно будет, да? Давайте какая-нибудь виповка-то должна прийти, блин. А мне где там? А, ой, у меня там два этих... А, Леночку пистолетов она приходила в випуске просто немерено. Ей и пистолеты, и барреты. Ну вот, я говорю, приходит то, что она, в принципе, ничего не стреляет. Причем по две штуки, блин, сразу, знаешь. Ребята, почему по две? Ну зачем, типа, по две? Нахрена по две? Ну как, менять можно будет, да, потом? Вот сейчас, видите, пришел, кто бы знал, да? Что ивент придет, что можно будет... И анакондочка пришла. И у нас теперь. Из этого комплект. Полный. Вот. Пришло два. И анаконда. Блин, почему М-ка, блин, ни хрена не пришла? Ну, видимо, да, тоже востребованная такая. И не всем она приходит. Так, Фортуна. Спасибо. Фортуна улыбается нам. Давайте. Открываем дальше. Нобли Голд. Или январские предложим. Ну, давайте январские пооткрываем, их больше всего. Чтобы потом. Потом в промежутке можно Нобль Голд пооткрывать, блин, 200. Ух, тоже, блин. Так, не пропустить. И. Да. Счастливый случай. И счастливый случай. Давай попробуем Цербера. Что нам Цербер-то прилетит, блин? Тоже 7 дней, 1 день. Тоже не сильно-то так. Прикольно, блин. 6-6-6. 7 дней. Так, поехали дальше. Так, блин, вообще надо было с конца нафиг. Ну ладно, сейчас с конца, да. Ну что, здесь что у нас событие С? Я уже забыл, что у нас событие С. А, тут деревянный молоток. Деревянный молоток. И что еще тут у нас? Забыл. А, нет, пистолет последним, Дизигл. Последний С, А, Б, С, Д. Событие Д у нас, Дизигл. Вот. Здесь у нас должен быть деревянный молоток. Интересно, он тоже придет. Блин, 200... Сколько было? 240 капсул? 235?
Сейчас посмотрим, сколько тут нафигарится. Ух, 10-35 капсул. Ну да, должно быть по 5 капсул, ведь фармится 5, если не крутил. Ну давай, деверянный молоток. Тихо. Да, чуть-чуть не проскочил. Чуть-чуть. И будем мы добивать до конца у нас вот этого Цербера. Вдруг все-таки где-то у нас Цербер хрен-то тоже на 7 дней. Тоже, вот жало не видно, да, насколько, блин. А тоже на 7 дней, это вообще по одному дню. 7-7-1. Так, дальше. Продолжаем. Вон, давайте с январской капсулы события вот это вот будем, да? Здесь у нас чего? Здесь у нас забыл тоже, что событие D. А, событие D у нас Дизикл, да, Дизикл жало. И забыл, что еще должно вылететь. Ладно, сейчас увидим, блин, Скиллорс. Так, вообще, ребята, заходите к нам на стримы. Подписывайтесь на канале. На стримах у нас очень весело. Леночек у нас отжигает вообще она со своего паука. Как она навострила с него паука, блин. Все, хочу обзор пушек сделать, но на самом деле, как, ну, не нравится мне, как остальные делают. Просто, ну, я ничего не говорю, интересно, кто-то как-то. Просто я не хочу так делать, мне так неинтересно. То есть просто вышел, пострелял, блин, пострелять у всех удается, получается, иногда очень даже круто и неплохо. Вот, а мне интересно как раз посмотреть, сколько урона она сносит. Что там, блин, на один день. Ёпарный бабай. Так, ну что, поехали дальше, да, 6-6-1, один день. Да ёпарный бабай, как неувязочка-то какая. Так, поехали дальше. Открываем. Блин, купонов, наверное, надо уже это разбирать, наверное. Очень много, наверное. Интересно, сколько предметов там может накопиться. Как мне тогда купонов вылетело? Сколько там? 2000, да? Пород видел? Так. Ну давайте, если еще с 200 ничего не упадет, ну должно что-то упасть-то, блин. Ну это вообще будет, блин, кошмарище, блин, прикошмарище. Прикинь, с 230 капсул, если сейчас ничего не вывалится. Вот это вообще пипец будет. Вау, у Леночка 25, я говорю, 25 предметов выпало разных. Причем випки, двойные випки вылетели. Мы с ней старались. Да, навсегда, да. Ну, сколько у меня. Сейчас у меня проклятие, блин, четко сработает. Да и вообще ни хрена ничего не выпадет. Ну что, событие Д и событие Б. Ух, тих-пухти. Опять на один день, блин, один-один. Ну, обидно, правда. Так, ладно. Нет у меня дроби вот этой. Купим мы дроби. Так, ну что, продолжаем открывать. Безумие, да, капсульное? Не, ну... Спасибо, конечно. Не знаю, кто, ну, говорят, что это корейцы. Что корейцы именно вот эти вот ивенты делают, не наш. Наши, ну, насколько я знаю, так понял, они делают ВКонтакте, в Дискорде, то есть, ну, в местных, как говорится, ой, в местных интернет-изданиях, или как их назвать, вот. А все, что вот в игре происходит, вот эти вот события на кручение капсул и прочее, это присылают корейцы. И здесь, на самом деле, говорят, даже они, ну, ничего поменять-то не могут, ни условия, ни... ну, ой. Короче, никакого влияния на, они вот на это вот событие не имеют, просто за ним наблюдают. Так, ну что. Вот, так что, ну, корейцам, наверное, спасибо. Спасибо, блин. Спасибо, что такое нам выдают. Ёпарный бабай, это что ты, блин, 70... Сколько уже, 60 капсул в задницу? Да это что такое-то? Аленка, меня тоже тут как-то не очень прихреневает-то. Блин. Да не очень вообще, вообще хрень. У тебя хоть 25 выпало этих разных. А у меня вообще, я уже столько накрутил, мне только 4 штуки выпало. Ну вообще бибец какой-то. Тебе випок, причем випки 2 выпало. Или 3 даже, а у меня вообще ни хрена пока. Тебе пистолет, привет, я барит, и пистолет по 2 штуки выпал, когда мы крутили, блин. У тебя там пистолетов вообще, у тебя вип-пистолетов 6 штук, по-моему, у тебя там вообще до задницы. Кстати, вот этот аккаунт самый пустой. Вот этот вот пузырик, причем он старше художника, но самый пустой аккаунт. То есть крутим одинаково капсулы. С этого аккаунта одинаково крутится капсулы, но ни хрена почему-то на нем особо сильно нету. Потому что вот такой вот он невезучий. Не знаю почему, то ли ник там какой-то невезучий, то есть там ассоциируется, да, вот если ник такой, то хрен ему, а не капсул.
Вот, хотел сказать ник с цифрами, у Варьки тоже ник с цифрами, да? 1, 2, 3, все ники, кроме Леночка, с цифрами. Но больше всего почему-то прет Варьке, не знаю почему. Там, блин, на Варечке 1, 2, 3. Может быть, да, ну, может, правда, корейцев какая-то, блин, там, ассоциативная хрень. Да, блин, ёпарный бабай, я не понял, почти 100 капсул уже. Это что ж такое-то, блин? Ни хрена себе! Вообще, блин, а это безобразие-то какое. Чуть не крутанул, блин, этот, не укрутил. С горе-то, блин. Ну, на 30 дней сервер. Ну, ладно, хоть на 30 дней, то хорошо. Так, давайте дальше. Неоткрытые капсулы, поехали. Продолжаем январское событие фигарить. Тогда это событие Д. А тут, блин, и уже почти 100 капсул с него. И хоть бы что. Ну, да. Будем скучать, как говорится, блин. Я помню, когда я крутил, какие-то были ивенты. Там был 10 капсул я крутил. Там 2. Аж Саша, кстати, не стрелял. Вообще не знаю, что за пушка такая. Но урон, судя по урону, надо ее испытать, потому что урон у нее охренепендистический просто у этого Аша. Я посмотрел, у него урон как у снайперки, блин. Я думаю, с него обязательно надо будет пострелять. Так, и так, еще одна золотая капсулка, блин. Так, ну что, поехали. Сейчас нам еще придет. Блин, главное удачу не упустить. Я всегда удачи на випке. Блин, все, пришли обе пушечки. И бестовали, и арт аж пришел. Так, все замечательно. Вот, ну, капсулка себя оправдала, так сказать. Вот, ну, больше одного вот этого оружия, ну, вообще, можно сказать, не брать. Пистолет, да, ты можешь разные класть рюкзаки, да. Ну, а основное оружие достаточно, в принципе, каждого по одному. Пистолетов, да, можно хоть по 10, хоть по 20. Так, опять по одному дню. Вот. Но зато, когда меня учили, зато не один, а два дня. Не 7, а 14 дней. Хитропопик еще тот. Продолжаем открывать. Январское событие Д получил я уже с него. И аж получил. И Дизигле. Голдборс Нобри Брорд. Короче, хрен знает, забыл. Ну, уже хорошо. Но здесь я говорю... еще одна Дизигле. Тоже неплохо, это тоже хорошо. Когда-нибудь обязательно я буду стрелять с пистолетов, блин. У меня будут пистолеты, блин, в каждом этом. Пистолеты. Но с пистолетов, конечно, надо прям вообще четко в голову класть. А иначе ты ни хрена не настреляешь. Надо научиться сначала четко стрелять в голову. Так, ну что, более-менее хоть приближаюсь. Ну, правда, 25 мне еще пока далеко до 25 золотых капсулок. 25 редких предметов, которые выпали Леночку с 1260 это капсул, блин, но у меня, по-моему, уже штук 8-то есть. Вот. Ну, самого основного, конечно, не пришло. Поэтому даже не расстраиваюсь, что пропустил ивент по Красному Скорпиону. Блин, ну, не, но все равно есть небольшое разочарование, потому что, не, да, я говорю, два основных, ух ты, на 30, на 60 дней сразу. Разочарование, опять же, о, видите, правда, круто, прям на 60 дней сразу, и это тоже на 60 дней. Именно из-за того, что, да, и не знали, что неограниченное количество. Все друг друга спрашивали, приспрашивали, не было про это написано. И что до 13-го ты можешь получить только основной приз. Тоже это очень-очень многие не знали. Мне кажется, это только по слухам где-то там что-то распространялось. Потому что, ну, я спрашивал, ребят, никто не говорил, они тоже спрашивал. Так или не так, просто все знали, что мы будем крутить после 13-го. Что 16-го числа хотели крутить, ну, крутили 16-го. И никто не сказал, вообще никто не сказал. Один раз я помню, кто-то типа, вот, ну, типа, надо все капсулы прокрутить до 13-го. Я говорю, да какая хрень, говорю. В смысле до 13-го, я говорю, когда капсулы сохраняются, крути когда хочешь. Но он не сказал, что типа, ну, или сказал, я просто неправильно понял, что Красный Скорпион только можно до 13-го получить. Вот. Ну ладно, хрен с ним. Причем заходят же админы нам, блин, неужели могли сказать? Ну ладно, они, может, думали тоже. Ладно, не будем, блин, все оправдываться, тему муссировать. Все, поехали. И все-таки я надеюсь, что, блин, сейчас церберочек вылетит надо. Вылетит цербер навсегда. Ну думаю, блин, сука, на 30 дней, блин, это жало.
Зараза, блин. Ну ладно. Блин, ночку вывалилась, между прочим. Так, ну ладно, поехали дальше. 100 капсул осталось. Бляха, муха. Я, блин, только 130 выкрутил. Да эпическая сила, ребята. Я уже кручу полчаса, блин, а еще капсул. Даже половину, наверное, не выкрутил. Опа, еще. Третий бестовый колд. Ай, крыльец, солитик, блин. В каждой, слушай, столько рюкзаков нет. У меня всего 4 рюкзака. Надо покупать новые рюкзаки. Ой, блин, да они там на эти же, за кредиты, нахрен. Пень. Вот. Не потрачу. Жмутик я. Вот. Не потрачу я. Хотя хрен знает, я тоже клялся, что ни хрена никогда не буду донатить в игру. Даже, блин, клялся тогда, что да нахрен мне Battle Pass, потом хренак пошел, Battle Pass купил, блин. Уй, причем даже больше вам скажу, будет еще Battle Pass, я еще Battle Pass возьму. Не, ну на один аккаунт я, правда, не знаю, может на Линочка возьмем в этот раз Battle Pass. Так, как Линочек скомандует, короче, скомандует, значит на нее возьмем. Так, и еще событие Б. Итак, ну давай, Церберушка, не, хрен-то на один день. Ладно, хрен с вами. На один день, Цербер, дальше полетели. Ничего, мы, блин, выбьем какую-нибудь випку в двойном экземпляре, блин. 100 пудов выбьем, блин, зараза. 100% выбьем випку. Ну, мы же таким образом выбили по это. Люкс? Нет. Или люкса, или так люкса выпали два. А я уже не помню, я уже забыл, блин, у нас люкса так выпали два, или я тоже на этом. Ну, удачи, вывалил их. Охренеть, я уже забыл, блин, вот склеротик-то. Такие события, такие... Блин. Ну вот почему? Сколько тут? 70 со 100? 60 капсул уже навлетало, блин, 5 штук. Это если по ассоциации с каждой 30 по штуке. Почему там-то, блин, зараза, ни хрена? Вот, блин, да что ж такое-то, блин? А, безобразие какое просто, блин. Ну, тут, видимо, да, шанс выпадания совсем другой. Вот. Мне кто-то, ну, давайте укнем, да, так. Один разок укнем. Правда, если укать каждый раз, это охренеешь. Просто крутить будешь вообще вечно, блин. Такое количество капсул. Укать, я не знаю, я всегда крутил без уканья. И вроде бы, не знаю, вроде бы нормально падал. Кто-то там говорит, 7, 6, типа, 1, 2, 3, 4, 5, 6 на семерке, типа. Блин, никогда, ребята, всегда так крутили. И вроде бы как бы приходило... Блин, опять на один, зараза, блин. Да что ж такое это, блин? Ну почему? Ну почему? Блин, неужели? Ай-яй. Бляха-муха. Давайте. Ну. Не. Должно нам сегодня двойное что-нибудь виповское выпасть навсегда. Обязательно, блин, сейчас мы уфигарим, блин. Мы обязательно вышмалим какую-нибудь виповскую штуку навсегда сегодня. Нам припрёт. Нам припрёт, припрёт, припрёт. Ну давайте. Сейчас мы. Че я раньше так не делал? Хотя говорю, не да. Говорили не раз, но не делал я, блин. Ну, такая какофония, блин, и я тут плюкаю, и Леночек смотрит сериал. И в это время она смотрит ТикТок. Непонятно, что интереснее, нахрена она вообще тогда. Ленок, выключишь, что ли, тогда его нахрен? Че, ты все равно не смотришь? Клинику-то. Все равно не смотришь. Че она у тебя? Просто так болтает, блин. Вообще. Так, ну что, поехали. Итак, предметы. Стоп. А, ну да, нет, этой капсулы. Угу. На 7, блин, зараза, блин. Опять, ну там, правда, уже, наверное, на год он ухреначил. Тут такое ощущение, что, правда, на год ухреначил. Нет, она все равно. Я говорю, ты или туда... Это, блин, в 3, блин, в 4, блин, а. Ну вот, так, открываем дальше. Ой, там у меня же еще этот Dragon 7 ждет меня. Это же вообще, слушай, ну из этого все уже. И 2 аша, и 3 пистолета. По-моему, все уже. Из январской Д прям даже, может, хватит, как этот, хватит. Все, да больше не надо, не докручивать-то все равно будем, конечно, блин. Но в принципе, это уже достаточно. Что с ними? Менять только их на двойное пополнение счета. Хорошая штука, кстати. А может быть потом, правда, на что-то будет меняться. Как-нибудь это... Придут какие-нибудь ивенты, скажут, там начнется, блин, вот. Ну как, я не знаю, не было же, по-моему, раньше двойного пополнения счета вот за обмен пушек. Ну потому что не было такого вот этого, пушек таких.
были просто магазинные, да? Вот, потом, когда появились всякие капсульные кучи, капсульных пушек. Вот, так, ну что, событие Б и... Зараза на один день, блин. Зараза, блин. Ай, ты сволочь, блин. Так, ну-ка, смотри. Не дойдет 20 капсул до этой. Ну, давайте еще одну золотую. Ну так поражать чисто. Давайте, что там у нас вывод? Аш или вот этот? Блин, хоть бы три каких-нибудь пушки было бы, кстати, прикольней. Не две, а три каких-нибудь. Или четыре вообще разных. Представляешь, и кто-нибудь ждал бы вот. И представляю, вот это вот прикольно было бы, что и ты четыре, а надо выбить только одну основную. И вот тебе три приходят, блин, а четвертая хрен нифига не приходит, блин. Вот и, блин, какой расстроенный ты будешь тогда. Вот смотрите, это я сейчас считаю, я же говорил, ровно на 21-й капсуле приходит этот, да, купончик. Вот смотрите, 20. Нет, ну 20-й. 20, смотри, Ленок. Ровно 20 капсул приходит, счастливый купон. А, да, а 21-ю ты крутишь, точно. А 21-ю ты кубик крутишь, ничего не засчитывается. Точно, у тебя улетает просто, правильно, правильно. И ни хрена, блин, все. Так, давайте я сейчас быстренько все поразбираю. Всего-то на 9 дней, блин, офигеть. Это я двойное крутил 10 дней, блин, по дню выпадал. Ну, это, блин, издевательство реально было какое-то. Поехали. Ну, продолжаем. Безумие капсульное. Итак, укрутили мы все события D. Теперь у нас осталось январское событие C. Продолжаем крутить. Здесь у нас должно быть... Опять я забыл, что... А, вот здесь как раз молоточек должен быть. И что? Событие C тогда. Забыл уже. Сейчас посмотрим, если вывалится. А то хренак, и сейчас 200 капсул, ничего и не вывалится. Тык-т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 ык. Не, пулемет был. Здесь забыл, что должно быть. Блин, молоток. И что, молоток, и еще что? Блин, а что еще-то, блин? Но когда вы вылились, мы посмотрим, что-то тут должно быть. Что-то тут должно быть. Ну давай, ну вываливайся. Не-не-не, ну 200. Ай, Red Shark. Ай, нахрена я, блин, там эти ковети убрал. А не, я снайперки не брал, точно. Так, Iron Shark вылетел, но тут должен молоток как бы типа вылетать, да? Ага. Вот. Ну, Iron Shark. У меня уже второй про, там было событие, когда-то разыгрывалось. А, тоже Iron Shark прилетел. Ну что? Событие Z, событие C, событие D. Да я думаю, блин, чего у нас на складе, что у нас эмочки-то есть. Да, блин, не знаю, какой это. Просто я боюсь, на двойное-то кручение не всех хватит. Ну, давай, ладно, капсул события будем открывать. На удачу. На один день, блин, зараза. Вот нахрена мне охотник? Лучше б люкс, блин, был на 30 дней. Что я с этим охотником буду на 30 дней делать? Не знаю. Так, ну что, продолжаем открывать. У нас еще тут 6. Не, ну в любом случае, да, люкс-то я докручу на эти капсулы. Вот событие Б, правда, не знаю, виповское. Потому что, наверное, не хватит мне удачи. Вот, чтобы... Ну, так, Iron Shark и молоточек-то. Выпал бы молоточек здесь, блин. Ну, красного скорпиона все равно не видать тебе здесь. И не видал бы ты здесь его никогда. Ё-моё, ребята, 40 минут, охренеть, блин. Крыдец, блин. Еще один Iron Shark. Слушай, куда мне снайперки девать? Что с ними делать? Я не знаю, блин, во все зубы, что ли, пихать? А снайперок просто, блин. Так. Ой. Крызиндец просто, блин. Поехали дальше. Ладно, ну молоток-то, блин, давай. Ну так, попоржать просто тупо молоточек-то. Должен же вывалиться. Ну всем повываливался молоток. Ну давай, ну. Ктынкс. И события, а, блин, упустил я, да, одну удачу-то. Ну ладно, хрен с ним. Так, и... Люксик, во, на 30 дней, уже хорошо. Уже что-то. А пулемет, кстати, можно смело разбирать. У меня же пулеметов там немерено. Так, ну что, поехали дальше.
Одни открытые капсулы. И опять продолжаем. Январьский молоточек. Давай, молоточек, кувалдометр деревянный. Деревянный кувалдометр должен же поломаться. Почему он такой, типа, крутой? Он же должен вообще сломаться, блин. Вообще неудобно, говорят, вот эти вот молотом бить, как я говорю. Ну, слышал, вообще по законам физики надо бить не за рукоять брать именно, а с другой стороны, когда ты дерешься, потому что тяжело. Ну, для чего? Чтобы ты его опускал, ты как понимаешь, опускаешь под тяжестью, да? А вот в драке, когда надо более маневренно, то надо, наоборот, с другой стороны брать, и тогда у тебя вот этот вот, ты тащишь как бы молоток сам, силу применяешь, чтобы потащить вот этот вот, и у тебя палка летит с еще большей скоростью, и удар приходится еще круче. Вот. Ну, это я, по крайней мере, вот слышал такие вот законы такие, блин. Ну, и физики, и, не знаю, драки как-то назвать, блин. Так, ну что, события, давай. И два люкса. Хрен тебе, блин. Зараза, все по одному дню, блин. Сволочь, блин. Я хотел два люкса. О, слушайте, а еще же, блин, это 42 минуты, а еще, блин, крутить и крутить. Леночек, не хочешь покрутить? Че так? Давай шампанское допьем, оно выдохнется, лапуль. Ну давай, какие позже, время-то уже, блин. Попозже она, давай. Мне сейчас молоток. О, нет, да, блин. Третья, блин, снайперка Airshark. Какая третья? На складе уже четвертая, блин. Уже четыре на складе, ни одного молотка, да. Называется «Поржите», блин. Короче, блин, в любом случае здесь красный скорпион не выпал, получается. Не-не-не, ну должен молоток, ну ладно, чего, блин. Твою мать. У меня четыре. Не, ну слушай, надо становиться снайпером, блин. Четыре снайперки Airshark. Надо все. Надо. Да пипец, столько снайперок вообще. Уже. Все. Надо что-то с этим делать. Блин, пятая. Лапуля. У меня, Ален, у меня 5 снайперок. Типа виповских. Вот этих золотых. 5 одинаковых. Крыдец, блин, 4 часа выпало, и одна уже на складе была с прошлого ивента. Эй, нормально, блин. И одного молотка, блин, да, крыт. Ой, ребят, ну это уже, да. Это не то, что, это просто ухахатывалка. Ну давайте. Ну, люкс. Хрен-то, блин, опять на один день, зараза. Ладно. Угу. И поехали дальше. Да, молоточек. Ну давай, молоточек. Где это? Че молоток-то? Давай шестую снайперку, блин. Хрен ли нахрен нам молоток, блин. Нам надо 6 снайперок, блин. У нас всего 4 рюкзака, но мы будем таскать, блин, 6 снайперок. Не, придется еще 2 рюкзака, правда, покупать. Или не 2, там 8 может быть, да? 8 рюкзаков. То есть покупаешь и запихиваешь, блин, короче, в ка... Алён! Шестая. Ленка. Лена. Шестая снайперка, блин. Крыдец, блин. Ой, ну это вообще, ой, ребята. Нет, это того стоит. Это очень поднимает сильно настроение, блин. Ребят, да что бы уже не выпало, уже ржака, блин. Ай, крыдец, блин. Ну как можно злиться, обижаться, ребята, вы чё, блин? Ну это же ухахатывалка, блин. 5 сейчас вывалилось. И еще одна на складе. 6 снайперок у меня одинаковых абсолютно Iron Shark NG. Баритов, блин. Яка-яка-яка-мака-калямака. Ой. Блин, ну давай люкс. 1, 2, 3. Навсегда. Задница, блин. Так, ну что, давайте поразберем немножко. Блин, переплюну я так, леночек-то. По 25 у меня так сейчас будет. Сейчас если еще выпадет, слушайте, 5-6 ориншарков. Ну давай еще один. Прям вот, чтоб вообще просто, чтоб я сейчас описался вообще. Я тогда ржал, что у меня 4 М-ки. Ага. А 6 снайперок ориншарк не хочешь?
Не, да, еще 100 капсул, так что, блин, я не удивлюсь, если еще одна сейчас вывалится. Блин. Слушай, ну надо, я не знаю, что-то как-то портовать, менять. Не, ну понятно, двойной этот... Тоже, кстати, тема. Ребята клево придумали, они вот это раздают, а потом пополняют. Ну потому что, блин, да ё-моё, ты видишь, у тебя же четверное пополнение, блин. И тебе так клево. Вот. Так что все не просто так. Так, ну что, давайте, кувалдометр так и не придет, я так понял, с 200 с лишним капсул. Да? Кувалдометра так и не будет. Люкс. Люкс. Нет, блин, один день опять. Фадамазов такака. Ну ладно. Хрен с тобой, зараза. По морде тебе по всей лысой. Так, ладно. Давай. Нет, ну, блин, кувалдочка. Сердце не выйдешь. У меня еще там, блин, хрен знает сколько. У меня же еще этот драгон. Там 120 капсул, что ли, драгон 7. Вот кубозетка 95, вот чего у меня нету. А, правда, линочка есть. Ну, кстати, да, если вот так вот посчитать, то все вывалилось. И кар вывалился, и 03 вывалилось, кстати, 03, по-моему, на всех, что ли, аккаунтах, я забыл. Вот, а 95, правда, только линочка, и кар только у меня вывалился. Ну, ребятки, ну, давайте. Неужели молотка не будет, блин? Ой, ну это пиндец будет, если молотка. Пять снайперок, прикинь. 5 сразу. Одинаковых, из одной капсулы. И молотка нету, а молоток основной типа должен быть, но практически все равно красный скорпион не получишь. У меня этот тоже не пришел, карта на тебе пришел, кстати, карта немочка. Ну нифига не пришла карта немочка, карта немочка. Вообще, блин. Вот ты даже с нее не стреляешь, блин. Вообще, блин, несправедливо. Вообще несправедливо, блин. Так, ладно, открываем дальше. Ну, нет. Шестая, сука. Шестая только из этого кручения. Плюс одна на складе. 7 Iron Shark в BNM 82, а 1 Iron Shark NG. 7 штук у меня уже их. 7, бляхмуха, 7, мать вашу, прикиньте, 7 штук, 6 только с этого кручения. Сейчас есть еще одна выпадет. Вот. Это усаться можно, просто усаться можно. Я еще шапутика выпьюсь нахрен. Дайте мне пиво, что ли. О, да потому что, блин, ну это долго хоть пиво попить. Да, ребят. Ржака, ржака, ржака. 6 штук и ни одного молотка. Давай седьмая. Чё там мелочиться-то, блин? Давай седьмая. Ну? Давай седьмая. Седьмая, седьмая, седьмая. Не стесняйся, давай. Восьмая будет, давай до 10 набьем нахрен. 7, блядь. 7, только с этого кручения, это 8, блин. За складской. Ребята, вам респект, просто супер-пресупер, блин, пиздец, ну такой респектище. О, ребят, ну это надо же, так настроение подняли, потрясающе вообще. Давай восьмую, я просто, до 10, если будет 10, я, блин, не знаю, я тут вообще, блин, я не знаю, что я, блин, я просто, ребята, я прям,
молиться буду, не знаю, скажу, что это, блин, ну, это не просто самое потрясающее, самое хренепуздельное просто, давай, и люкс еще мне, пожалуйста, навсегда, хрен, сука, тебе. Ладно, хрен с тобой. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Ален, знаешь, сколько? Пока ты ходил, да еще две. Иди сюда, смотри. Семь штук. Да, семь. Семь, ни одного молотка. Семь штук. Ну, он как бы основной, из-за него дают красный скорпион. Мне, конечно, не дадут его, но просто по приколу. Семь снайперок и ни одного молотка. А только за него, типа, дают. Ну, если тебе молоток выпадает, еще там три основных. Ну, он как бы считается, типа. Вот мне просто интересно, добьем мы до 10? Ну, давайте, ребят, давайте, чтобы поржать прям по полной. Ну, 8-то, я думаю, будет однозначно. Ну, 7 это уже клево. Ну, давай. А я предлагаю до 10 добить. Чтоб прям, ну, прям, ух. Чё? 230. 7 штук. Каждая 30-я, считай. Ралопулька что-то не громко, нет? Держака, я сейчас чуть не уписался, когда 7-я вывалилась. Я чуть не обосялся. Сейчас еще, если 8-я будет. Не, ну до 10 не будет, что ли? Блин, я думал 10, уж что теперь мелочиться-то? 10 одинаковых, прикинь. 7, ну 7, это вообще пипец уже. Ну давайте, ребят, ну, пожалуйста. Я вот даже молоток не хочу. Я на самом деле сейчас не молоток хочу, а чтобы 8-я выпала. Потому что это круче, чем молоток, блин. Что-то молоток один будет, а тут 8 штук, блин. С одного кручения одинаковых. Ай, кредит, блин. Ну, люкс, давай, ну, нет. Вот, сука, нет. Так, ладно. Так, событие А прошло у нас впустую. Вот. Ничего не выпало нам с события. Ну, ну ладно, что теперь, да? Зато 7, ну, это сказка какая-то, вот, правда. Это пердуха какая-то просто. Лапулька. В смысле на тебе? Мы же на тебе. Ну, 7. Тебе выпадало 7 одинаковых. Одного и того же. 7, блин. Нет, у тебя-то в обратную сторону. У тебя. Нет, неправильно, ты говоришь. Пердуха у меня, у тебя жопа жопная. Пердух-то как раз у меня. Ай, якорный мамай, да это же надо же так, а. О, 7 штук, блин. Слушай, я, по-моему, перебил тебя. О, 2. Лапуль, я тебя перегоню. У меня 22 уже предмет на себе. Но только за счет снайпера 7 штук, блин. Охренеть, блин. Тоже пистолетов, как и у тебя, 2. Но у меня ни одной випки навсегда. Не вывалилось пока. Ой, нет, пардон, не, вру. Погодь. Открываем дальше. Итак, январский, 24 штуки. Ну давай. 8-я. Нет, я не хочу молоток. Я хочу еще одну снайперку, потому что 8 это будет. Это супер рекорд, по-моему, будет. Мне даже интересно, у кого-нибудь было такое. Кто-то говорил, что 7 гатлингов выпало. Но я не верю. А вот. А давай 8. Ну, ребята, пожалуйста. Очень надо 8. Прям даже не представляете, как хочется. 8-я, блин. Аллилуйя. Ребята, вы самые большие юмористы в мире. Это просто пиздец. Вам просто респект, приреспект, приреспектище. Просто гигантский респектиздище. Респиздиздюздище просто огромнейший, блин. Пиздец, 8 штук, блин.
Интересно, у кого-нибудь было такое 8 штук? 8, блядь. 8, блядь. С одного кручения. А у меня еще одна на складе. У меня их 9 теперь одинаковых снайперок. Ребята, бьем до 10. Я предлагаю до 10 бить. Не-не-не, давайте. 8, блин. Блин, это что там, блин? Давайте, ребята. Надо, 7 капсул. Ну давайте, 2 подряд, и будет у нас 10. Будет у нас супер рекорд. Ну, не-не-не, ну надо, ну. Блин. Так, 3 осталось, ребят. Давайте так, подготовились там, пожалуйста. Подкрутили там барабанчики. Чтоб прям вот я сейчас зашел. И там было прям, ну, то, что надо. Событие С, ну давай, ну. Тут так, снежный барс так неожиданно, потому что там не видно, на сколько дней он. И нет, он на 7 дней. Вот, ну, сейчас будет большой респект. 3 капсулы. С 3 капсул может прийти 2 подряд золотых. Я пока выбил только 8. Ребята, если вы меня слышите, вам будет охереть. 8, блин, 8, лёд. 8, ты можешь представить? А это кто-то сказал уже, типа, 5-7, я не поверил. 8. А, ребята, 3 капсулы. 9 и 10, прям 2 золотых подряд. Ну, давайте, ну. Хрен. Но, ребят, нужно. Просто нужно. Последний капсул. Ну, 9, ну, давайте, ну, это должно быть. Нет, бляха, муха, 9 не случилось. Ну, 8, это уже, это фантастика. Да, супер фантастич. Вау. Так, ну чё, Dragon 7? Открываем Dragon 7? Dragon 7 открываем? Открываю Dragon 7. Ну, давай, Dragon 7. Моя любимая капсулка. А у меня нету из Dragon 7 тут ничего пока. На складе. Да, на этом аккаунте из Dragon 7 нету ничего. Пусто пока. Ничего тут не выпадало, хотя крутил сюда до хрена. Но ничего пока из Dragon 7 не выпадало. И будем мы сейчас испытывать удачу. Наши любимые тоже Леночка. Ну, помимо паука, АК-103. Ой, КубаЗетка 103. И Юкс. Ну, что-то должно быть, блин, со 127 капсул то должно что-то выпасть, ребят. Ну, блин. Ну давайте, ну, какая-то счастливая хренепузденька должна быть. 127 капсул, ребят. Там, блин, с 208 штук, блин, да. Калашик уже есть. Я вообще вот такой перевод делал, смотрите. Фу, есть калашек. Блин, я, правда, не стреляю с калашей, но это круто. И вот это когда-нибудь обязательно будет. Imperial Gold. Давайте Imperial Gold. Винтер. Да у нас тут много всего. Давайте Винтер, а мы будем просто перерывчики небольшие делать. Так, Винтер. Ну, Винтер, тут тоже такое, да? Вот Эва. Тут, а, нет, тут выпадает золотая, да. А, вообще ни хрена, она выпала только на дом аккаунте НК-417. И все. И все. Представляете? Вот с этого вот капсулы Winter 21. А, нет! Керамбиты выпили Леночку. Правда, она вообще с холодного оружия не бегает. Ну, так тоже по приколу. Тоже неплохо. Так, ну что? Событие С. Ну, давай. Снежный барс. Ну, снежный барс. Нет, на 7 дней. Тоже неплохо. Так, не открытый капсула. И поехали дальше. Dragon 7. Dragon 7, блин, тоже калаш. Давай, 2 калаша нам не надо, конечно. 7 калашей нам не надо. Но согласен на 95-ю КубаЗетку и на 0-3. Давай куда-нибудь мне
кто-то кулиночка 95-я, блин. Вот. Давайте хоть мне куда-нибудь 95-ю, то что похреначилось. Ну, давайте. Ну давайте, ну. Как она за рядом встает на 11 часов. Все, опять упало, как говорится. Не поднимается. Ну. Не, должно что-то еще прилететь со 100 капсул-то, блин. Давайте. Ой, слушай, ну сегодня просто потрясающее событие. Что бы сейчас ни выпало, но настроение уже охренепузденькое, потому что то, что выпало, блин. Это потрясающе просто. Это просто потрясающе. Так, ну что, давайте. Событие С. Еще раз на удачу. Блин, съежды барс. Каждый раз я говорю, вот эти-то видно, ладно, 30 дней, сколько... Я ждал этого, ждал. Два снежных барса, блядь. Правда, не знаю, зачем два, но снежный барс, блин, уже круто. Снежный барс. Класс, блин. Пух, ребята, день сегодня, блин. Потрясающий, блин. Ты. Ну, потому что реально крутой калаш. Я когда буду когда стрелять с калаши, я обязательно буду стрелять с калаши. Все еще впереди. Вот. Снежный барс, это будет самый первый, наверное, с которого я начну стрелять. Я с него, кстати, уже стрелял, уже бегал. Вот. Охрененный снежный барс. Очень классный. Так, ну что. Ребята, ну, сегодня прям... Сегодня наш день. Royal Dragon 7. Давай Винтер еще крутанем, да? Что у нас тут? 8 Silver Dragon. Давай Винтер. Разнообразие. О, снежный барс пришел. Да меня этот Винтер расстраивает, потому что, блин, ну реально, ну вообще ни хрена не выпадает, блин. Вообще просто керамбиты. И... Нет, ну НК, ну блин, на всех аккаунтах. Только один раз керамбиты, один раз НК. Прокрутили-то достаточно так, ну... Тоже прилично там, когда уже капсул-то укрутилась бы. Вот тоже здесь, смотри, 120 капсул. И сейчас, если ничего не вылетит, это вообще пипец будет просто. Слушай, ну снежный барс. Ребята, сегодня просто вообще 8 баритов. 8. 2 снежных барса навсегда. От сегодня, блин, мне нравится, блин. Конечно, не пришел то, что хотел Кракен. Вот, причем пришел поиздевательски вообще на 10 дней, но настроение, просто прекрасное настроение, вот, потому что пришло, хорошие очень пушки пришли, даже, блин, ну давай, я сейчас, вот я говорю, тут такая интрига, видишь, не видно, блин, насколько выпадает, и сейчас, нет, на 30 дней, я теперь не знаю, что с ним делать-то, блин, я же он навсегда тут обидно, смотри, тут вообще, блин, слушай, если захреначить-то, да, там он вообще еще, наверное, нахрен сколько дней. Вот. Так, ладно. Давайте дальше. Продолжаем. Ну что, Dragon 7 выкручивать. Что у нас с Dragon 7? Калаш уже пришел. Ну, кубыцеточка какая-нибудь нужна сюда, на этот аккаунт. Потому что, ну, когда-нибудь буду бегать все-таки, может быть, с него. Вот. И здесь. Конечно, аварийку хотел 95-ю еще зафигарить. Вот. Ой, леночек-то у нас вообще, наверное, все, она теперь прилипла к пауку. Хотя, тоже человек, она то одно, то эмка, то все. Ну вот, может быть, потом опять вернется к каким-нибудь эмочкам, опять будет стрелять. Начинала-то она с эмочек. У нас тык-тык-тык-тык-тык. 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 Ой, сегодня, блин, просто ухахатывалка день. И снежным барская. Блин, и вообще, ну 8... Я этого никогда не забуду. Это просто, блин. Так, ну что, рулетка, давай. Есть сейчас еще два снежных барса придет. Представляете, что будет, блин? Нет, блин. Еще на 30 дней, слушайте. Блин. Там еще на год снежный барс. Помимо того, что два навсегда. Еще, блин, на год. Эпическая сила. Да. Давайте. Ой, продолжаем, да?
Royal Dragon 7 открывать. Или какой? Или Винтер. Давайте для разнообразия, да, Винтер еще раз откроем. Да блин, Винтер этот. Ё-моё, блин, даже в випке чаще выпадает, вон из 20, блин, выпало. А тут, блин, смотри, тут со 100 ни хрена уже, хрен знает со скольки. Это что, прям такое редкое оружие, что ли? Что, блин, ни хрена не выпадает вообще. Вон этот зомби, блин. Картон зомби, насколько он вообще там... Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Он, наверное, этот, Ева картон зомби, наверное, на зомбях там фигарится. Да я, ну, вот такие вот пушки, которые я вообще, как бы, не знаю, не играю, я вообще на время их не оставляю, потому что, ну, если уж стрелять, там, если в коллекцию, то мы всегда. Вот, нет, кому-то нравится, ну, как кто-то керамбита там на время с радостью, да, берет, а мы, блин, на купоны меняем, да, кто-то в этих, за деньги там покупает временные пушки. Вот, а мы тут, блин, отдаем за какой-то один купончик, блин. Издевательство вообще, сволочь вообще, зажравшись нарет, ну, если еще будет этот бар. Вообще тут бары-то, кстати, эти. Тоже неплохо было бы, между прочим. Угу. Тоже неплохо бы что-то было поиметь навсегда. Да. Я бы не отказался. Так, ну что? Dragon 7. Ну давай, Dragon 7. Ну, еще что-то должно же прийти. Не может еще, блин, 100 капсул просто так вот вылететь. Какая-то золотая еще должна быть. Ну, пожалуйста. Ух. Сейчас изи два клаша. Как тогда Леночек два клаша мне выбил? Нахрен. Прикольно, конечно, тоже было весело. Так, ну что. Давайте. Ну, чего-нибудь, ну, пожалуйста. Ну, КБЗ-очку сюда какую-нибудь. Да ёпарный бабай. Нет, ну уже проклятыми ты их не назовешь. Потому что кубозеток, ну, выпадал нам до хрена с них. Поэтому никак ты их проклятыми не назовешь. Так, ну что, и опять. Ух, нравится мне, да, что надпись 7-7. И опять тут 7-7, понятно. А снежный барс тоже. Ну, там, наверное, блин, я не знаю, насколько снежный барс. Да реально там много. Два навсегда и на год. Блин, почему этот там не так не выпадал? По 30, 10, по 30 как раз бы на год был. Нет, блин, всего на 10 дней. Империал Голд. Давай Империал Голд, что ли, крутанем. Так, по приколу, блин, поржать. А, слушай, у меня, наверное, хватит на этих... Как его... Ну, чтобы удача на все випки прошла, наверное, хватит у меня капсул. Ты видишь, каждые 20 это удача. Там осталось у меня немного событий Б, поэтому я думаю, наверное, да, наверное, пройдет у нас. Сегодня просто потрясающий день. Ката-па-па-па-па. И великий зверь Империал Голд. Ля-ка-па-та-па-та-пузя. Кстати, по-моему, его и нету у Варечки. Великий зверь Империал Голд. Это... Её, по-моему, вообще в Z-ке. В Z-ке, по-моему, ни одной нету, блин. Великий зверь. Тики-тики-рики. Слушайте, ну, сегодня прям, блин, я в восторге сегодня. Чего бы не было. Сегодня прям кручение капсулы элита. Давай элита, что ли, это крутанем. Вон, Silver Dragon. Давай попробуем Silver Dragon. А, там же все это. Кстати, тоже выпал со всех аккаунтов, выпал только один пистолет с этого Silver Dragon. Вот, да, там, по-моему, все такое зимнее, да? Сильвер, серебряный дракон. Вот, и выпал, по-моему, только один пистолет на один аккаунт. На Варечку, по-моему, выкрутил Леночек. Опять же, я говорю, если что-то выпадает одно, да, то чаще всего оно выпадает именно, блин, на Варечку 1, 2, 3. Ну, я говорю, такой самый. Не, наверное, не пройдет у меня. 30-30, блин, это пипец. Смотри, насколько вываливается-то, блин. О, опять на 30, ёпарный бабай. Да я говорю, там снежный барс уже, блин, там года на полтора или на два уже, наверное, блин. Ё, блин, я не знаю. Оставить, что так поржать? А вдруг там скажут, да, что какие-то временные можно менять? Прикиньте, блин. Просто посмотреть, насколько же там оно будет, блин. Эй, крыгер.
Так, не открытый капсул. Ну что, поехали дальше. Дальше на что? Ну, августовская капсула Noble Gold. Или что? Или докрутим. Давай Dragon 7, что ли, докрутим. Посмотрим, что у нас все-таки. Так, становимся мы на клаше? Нет? Или что-то все-таки нам еще выпадет с Dragon 7? Ух. Ребята, блядь. Сегодня потрясающий день. Потрясающий день. Сегодня, блядь. Сегодня фантастическое кручение капсул. Куберсер. 95-е. У меня теперь есть 95-я кубозетка. Я не могу орать, потому что, блин, я бы сейчас обрал бы, я бы не знаю как. Но время 10, пол 11, и там, блин, соседи спят. Поэтому я не могу орать, сорян, ребята. Но это пиздец, просто пиздец, просто пиздец, просто пиндепиденцовый. Должно. Так, ладно. Продолжаем. Итак, продолжаем кручение. Так, и что у нас осталось-то, собственно? Винтер. Не знаю, давайте винтер, что ли, вот этот вот. Да? Пумпс. Ну, ничего не вылетит с винтера. Я, блин, даже, я говорю, даже не расстроюсь, сволочь, блин. А потому что ничего с него не вылетает, с этого винтера, блин. Крындец, блин. Вообще ничего не вылетает. Ну, вот смотрите, сколько? 100 с лишним капсул. Блин, с драгона седьмого вылетело уже два предмета, блин. С винтера ни хрена ничего, ну... Да ладно. И винтер тоже. Пуки-пуки-пуки. Блин, ребят. Не знаю, что сказать. С винтера прилетело. Элита... подряд. Прям подряд. Нормально, блин. Слушайте, блин. И с винтера прилетело, блин. То есть сегодня, я не знаю, мне вообще... Мне, наверное, только этот не прилетел. Как его? Который... Картон. М4, один картон. Все остальное, ну, просто... Просто потрясающе пришло. Да, ну, давай Драгон, ладно, докручиваем Драгон. Ух, или оставим Драгон на самый конец. Давайте оставим Драгон, мне прям даже интересно. Давайте докрутим мы Сильвер. Давайте Винтер докрутим, потому что... О, Империал Голд. Империал Голд, надо с него еще калаш выбить. Давайте. Блин, я, по-моему, сегодня все выбью вообще, что возможно. Ну, про, блин, кроме Кракена. Кракена я не выбил, но... Причем Кракена по самому пиндипузда нам выбил, блин, за самое не-не-то. Самое меньшее, что можно было выбить, это, блин, 10 раз по одному дню с Кракена, блин. А все остальное просто, просто потрясающе вываливается сегодня. Ничего не скажешь. Удача сегодня прет-припрет. Я думаю, блин, если бы я больше накручивал и крутил бы до 13-го, я думаю, мне бы и калаш выпал бы, красный скорпион, и все бы, короче, приперло бы. Так. Ну что, событие С. И сейчас что? Два снежных барса, представляете? Да, что-то, ну, Эльдорадо с Барретом, с Демоном что-то никак не приходят. Ну вот, ну, уже хорошо. Капсула Элита 3, давайте Элита 3 про это. Посмотрим, что у нас в Элита 3. Все, ну прям уже не знаю, что получить, потому что практически, ну, Люкс и Кракен, наверное, две пушки, которые очень бы хотел, не пришли. Кубозетка 95-я, 93-я, есть еще и 93-я придет, будет вообще охрененно просто, блин. Супер день, 8 барретов просто подняли настроение выше крыши. Это, не знаю даже, что сказать.
Ухахатывалка, короче, ребят. О, так, давайте, да, сейчас мы последний, нет, не последний, события, не-не-не, слушайте, реально на события цех хватит. 7.30, блин, да опять, ну, почему же мы, ну, снежный барс, ладно. В принципе, самое, что я хотел, снежный барс, он и пришел. Вот, остальное это, ладно, фиг бы с ним. У меня 8 баритов, куда их, блин, солить, что ли? Ну, будет еще одним кабаретом больше, блин. Вот. Да. Ну, давай элиты. Еще, я забыл, что там в элиты. Да, у меня есть табличка. Воу. Я даже не знаю такую пушку, блин. Вообще такой нигде ни у кого не было. Выпадала только снайперка элита, причем везде. Я вспомнил, что в этой элите. Г-36, вообще не знаю, что это за пушка, блин. Охрененный, слушайте, ну сегодня прям, блин, супер день. Блин, пиндец, а я все жаловался, что у меня сегодня что-то, блин, рука. Вау, сейчас есть еще чуть бы там. А что там еще, я забыл, в элите. Блин, ладно, не буду табличку смотреть. Вот, на самом деле, там таблички выкидывал я на... Блядь, две сразу. Слушайте, это вообще, блин, по две штуки вываливается сразу нахрен. Яка-яка-яка-мака. Так. Блин. По две штуки сразу вываливается. Так. Слушайте, блин. Сейчас, правда, я боюсь, у меня на компьютере может не хватить под это дело. Хотя не должно хватить места, там полтора часа. Ладно, должно хватить. Ну что, поехали дальше. Вроде я очищал. Сейчас, знаете, представьте, самое обидное. Тынкс, и там я не это, не переделывается. Ладно, хрен с ним, давайте. Ух, две сразу пушки элита, блин. Чё за день сегодня? Блин, это просто сегодня супер день. Все вообще вываливается, все, что возможно, просто валится, блин. Все, что возможно, валится. Крындец просто. 37, блин. Ёбаный бабай. Ну, что вам сказать, ребята, продолжаем мы наше фантастическое кручение капсул. И, блин, выпало мне, наверное, все, что возможно. Ну, блин, не то, что возможно, но очень, я уже не знаю, мне столько классных пушек выпало. Можно даже, да, похвалиться, вон, предметов, вот они все навсегда. И КубаЗ-ка, и вот это НК-417 элита, который я не знаю, и Г-36 элита, и Эвакартон, и то же самое НК-417, и КубаЗ-95, и Великий Зверь Imperial Gold, и два Снежных Барса, и Royal Dragon Калаш, и 8 баритов, блин, и Аш, и Дизигл Бест Нобли Голд, и, блин, Нож, и Драгон Нобли, и, блин, короче, даже не из тех январских капсул попадало уже много того, что, собственно, даже и не ожидал. И едем мы дальше. А капсул еще осталось, я не знаю, тут штук 200, наверное. Вот, продолжаем открывать. Давайте, ну, я не знаю, оперу. Imperial Gold. Давайте Imperial Gold будем продолжать открывать. В Imperial Gold ВЗ-ку я выбил. Там еще есть у нас, по-моему, Калаш. Забыл, как он, тоже Imperial Gold. Ой, кстати, в честь этого события Леночек мне сказал пей шампанское, потому что пойдешь спать на коврик. Вот. Так что я пью шампанское, чтобы мне там не было сильно скучно. Потому что я тут сильно довольный. Леночек говорит, надо тебе твое довольство немножко это прикрыть. Как говорится, притушить, да, приглушить. Вот. Ну давай Imperial Gold. Сейчас, если даже еще раз ВЗ-ка выпадет, блин. После восьми баррета Fire Shark, выпавших сегодня, я не удивлюсь вообще ничему просто, блин. Потому что такое, блин, не знаю, я вообще не мог ожидать, чтобы 8 выпало. Это просто хрени пиздец, просто какой-то, блин. 8 штук.
поехали дальше. Imperial Gold. Ну, продолжаем открывать Imperial Gold, да. А, давайте уже добьем Imperial Gold. Я хочу седьмую Dragon наставить напоследок, на самый конец. Под конец, короче, крутануть. Все остальное сейчас нафигарим. Вот. Ну, потому что уже, в принципе, выпало там только третий куб Z-ка и Кара остался. Если еще и они сюда выпадут. То есть, представьте, два уже выпало, там четыре. Если еще выпадет все четыре, это будет, наверное, блин, я не знаю. Круче, наверное, кручение. Круче-кручение, наверное, не было никогда. Уже, блин. Ну, уже, да, уже явно мне, блин, лучше бы я не крутил, потому что, блин, не светит мне солнышко. Солнышко? Ну ты чё, правда, что ли, прям? Так. Так, ну давайте. Если сейчас еще и выпадет с вот этого события С что-нибудь, ну... Боже, должно быть хрен. Ух. Ух. Да. Пока не выпадает. Но еще 5 капсул события С. Так что еще все впереди. Imperial Gold здесь, да как же его, вот этот вот, блин, да забыл, как он калаш называется, только золотого цвета, он все у всех такой, он красный, красно-коричневый, с этими жабрами еще я их называю, блин, да. Вот, но здесь, сука, Цербер, ледочек, блин, они просто валятся одна за одной. Только что ВЗ-ка выпал великий зверь, МК, и Цербер, блин. Пиздец просто, блин. Я не знаю, там сундук, что ли, с этими сокровищами лежит, и просто мне периодически его вываливают нахрен. И Цербер сюда. Блин, хоть с этого аккаунта играй вообще нахрен. Тут просто вообще сейчас такая коллекция. Охренеть, на пузырике сколько всего, блин, уже. Просто пиздец просто вообще. Самый жирный, наверное, сейчас. То я все на Варечку говорил, что Варечка самый жирный аккаунт. Сейчас тут, блин, просто сейчас очень жирный будет аккаунт. Охрененно, еще и Цербер сюда вывалился. Варечку ничего не вывалилось с этой капсулы. А здесь, блин, и то, и другое. Ну, давай. Да, блин. Да. Ну, что-то Эльдорадо. Эльдорадо Леночку только вываливается, блин. Мне Эльдорадо не вываливается. Продолжаем Imperial Gold. Хотя, по сути, тут уже все вывалилось. А там два, по-моему, только в этом Imperial Gold. Там Цербер золотой и ВЗ-ка золотая. Великий зверь золотой. Поэтому просто так докрутить. Просто по приколу, если что-нибудь парное. Сорян. Давайте. Сейчас мы пойдем. Купоны. Да, 200 купонов достигло. Блин, у меня уже, я не знаю, насколько там, блин, реально, ради брони только и шлемов стоило все это крутить. Продолжаем Imperial Gold накручивать. Если сейчас еще что-то выпадет, ну, по сути, только парный уже может выпасть. Там, по-моему, две пушки всего. И обе, главное, подряд. И тут просто нет, 8 айроншарков, конечно, ни одного молоточка, это было ржака. А потом все пошло непарное, потом все пошло просто вот неповторяющееся из каждой капсулы. Это вообще потрясающе просто, блин. Там, что у тебя дети-то кричат, Лапуська, ты что там, блин, рожал-то, а? Ален, что у тебя дети орут, блин? Так, ну, блин, 37 снежных барс, блин, да ёп. У меня сегодня истерики будут сплошные, блин. Алёнка! У меня 4 снежных барса. 8 айрон шарков и 4 снежных барса. Ой, усаться может. Это крыльец урост. Алёнка.
Еще два снежных Марса навсегда прилетело. Да у тебя есть снежный Марс, что ты, блин? Ты из него даже не стреляешь. Крынец, блин. Я думаю, 8 баритов это еще. Что значит еще? И так просто на 4 снежных Марса за одно кручение. Это да. Ребята, блин. Это классно, блин. Еще 3 капсулы осталось. И сейчас еще там что-нибудь вывалится. Ай, двойное, блин. Я не могу, блин. Ой. Я сейчас уписываюсь просто, блин. Ой. У меня уже... Да ладно, блин. Еще один цербер. Сегодня нама прямо прёта. Сегодня прёта прямо нама. Сегодня никогда такого кручения не было. Где-то кто-то что-то подкрутил. Какая-то сволочь где-то подкрутила. Просто это вообще пиздец просто нахрен. Еще один сервер, блин. Imperial Gold. Давайте еще ВЗ-ку сюда допарную. И вообще будет, блин, пипец. Ну, да? Не, ну, можно. Че вы, блин, давайте. ВЗ-ку туда, попарную. Ну, давайте. Ну, попарную ВЗ-ку. На последней капсулке может выпить, да? Нет, не может выпить. Да. Поздравляем, дополнительная покупка. Какая нахрен дополнительная покупка? У меня их до жопы уже, блин. Дополнительная покупка. Издеваетесь, что ли, блин? Куда там дополнительно покупаться, блин? Продолжаем открывать капсулу. Я не знаю, оперу, блин, открыть, да? Опера! А у меня все тут, у меня маленькие остались, да? Нет, капсула. Вот, Silver Dragon. Потом будем мелкие открывать, да? Которые по 5, по 10 штук. Ну, давайте. Пух. Dragon. О, давайте Silver Dragon открываем. Silver Dragon, сука, ничего не выпало ни разу. Ну, слушай, ну из Imperial Gold вывалилось шикарные две пушки. Ну, надеюсь, Silver Dragon-то что-то нас чем-то порадует, зараза. Сегодня просто, блин. Сегодня даже не надо готовиться. Оно вот оно само, оно все идет, оно здесь. Оно спать, конечно, на коврике нам, но это не страшно. Зато мы, блин, будем спать вот с этими картинками, блин, красивыми. Тихо, 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 спокойно. Так, спокойно, не нервничаем. Слава богу. То я уж испугался, думал, я сейчас еще 2 снежных Барса прилетит. Да я вообще не знаю, что будет. Давай, Silver Dragon. 62 капсулы, блин. Нет, я понимаю, конечно, у нас и со 100 ничего не вываливалось. Со 150 у нас тогда не рекорд был, со 150 капсул ничего не вывалилось. Вот. Но здесь как-то нам сегодня, блин, как-то... Ой, все на пол шестого. Так, мне немножко подниматься стали. Ребята, блин. Нет, нет слов, одни слюни. Вот этот пистолетик вывалился. Блин, ну там круче есть, там интереснее пушки есть. Ну, чё, блин, пистолетик-то? Пистолетик есть, блин. У меня пистолетов, блин, давай нафиг. Давай что-нибудь поинтереснее, блин. Давай там поинтереснее нахрен. Блин, ну тут... Ты же прикольно, блин. Сейчас, ну, давай. Блин. Надо, да, надо и со снайперской. Я уже говорю об этом, блин, годы, что надо со снайперок, надо с этого. А сам ни хрена не бегаю ни с того, ни с другого. Вот, уже столько всего на складе валяется, блин. Я не знаю, людей же тоже. Вот такая куча, они с одним и тем же бегают. Неужели не скучно? Давай, так, напоследок, слушай, нам нужно 2 или Дизигла, или Дорадо, или 2 вот этих вот Барита, как они, демона. Ну... хрен-то. Но, блин, там, блин, на года уже вылетело. Ну, слава богу, а то инфаркт схватит. Так. Давайте, не... Сколько там купонов-то? 140 пока, ладно. Открываем дальше капсулу. Не открытая. Какую мы? Нет, ладно, с ним потом мы. Silver Dragon мы продолжаем открывать. Выпали нам пистолетик. Пистолетик выпал, леночек тоже выкрутило. Видимо, он, ну, чаще вываливается, наверное.
там какой-то калаш и еще что-то. Там, кстати, другие пушки, ну, для меня, по крайней мере, интересней, чем этот пистолет. Вот, но хрен знает, вывалятся они или нет. И Сильвер Драгона. Давайте посмотрим. На пол шестого у нас опять. Ты. Так что, ребята, вот эти вот раскрутки, я там что-то куда-то там подкручиваю нахер. Блин, просто раз-два и 8, блин, баритов. 8, блин. 8 баритов, блин. Слушай, там чувак, когда 1000 крутил, у него сколько баритов? Штук 20, наверное, прилетело. Тихо. Ну ладно, у меня там один остался. Так что нормально, как раз придет все, что то, что надо. Вот, нормально. Все. Нормально. У меня там осталась випка, только одна капсула, так что можно не переживать. Можно спокойно закручивать дальше. Ну давай, Сильвер Драгон. Как раз 20 капсул и удача. Как раз можно даже не останавливаться. На 20 капсуле будет максимум удачи. И пойдем мы последнюю виповскую капсулу. И, ну ё-моё, 8, блин, 8. Я тоже столько раз крутил. Я, блин, 2 года. 2 года постоянно эти ивенты и приходили капсулы. И 2 года думал, блин, ну должен же вывалиться. Тут на тебе нахрен. За один раз, блин. 4 штуки сразу. Якорновая. И событие С. И последняя капсула у нас, виповское событие С, с которой мы выбили уже 4. Почему другого, других капсул не выбили? По 2, например. Ну что, приготовимся. На 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Мы сейчас выбьем. Или, как говорится, всегда 50 на 50. Да, у нас случайность. Нажимаем. 1, 2, 3. Ух ты, это на 7 дней. Снежный барс не видно. Поэтому гадаем, на что у нас выпал снежный барс. А снежный барс у нас выпал... Не навсегда. Отлично. Сейчас я разберу по-быстрому капсулу и поедем мы дальше. Бабуська, прости, пожалуйста. 31 предмет у меня. Ну это из-за 8 этих. Из-за 6 снежных барсов и 8 барит. Минус 14. 17 у меня всего. У меня всего 17 предметов. Чё ты, блин, у тебя 25. Так, ну чё, поехали. Чё у нас тут осталось-то? Новогодние, февральские капсулы и... Нет, Dragon 7 прям на самый конец. Давайте капсулу Winter еще раз открываем. Давайте, что у нас? Ага, только в принципе у нас кроме керамбитов, так, кстати, вот из этой фигни уже вылетел. Так что можно просто так уже... И можно, кстати, не ассоциировать. А у нас... подожди, я не помню, какие там капсулы. Нет, уже нету. Ну вот где что-то на 30 дней, на столько-то выпадало. То есть где именно удачку можно испытывать. Вот. Никаких, в принципе, таких капсул нет. Так что можно не извращаться. Можно спокойно крутить. Всех остальных пушек достаточно по одной. Випки, ну да, випки. Ну, потому что я знаю даже, почему випки. Потому что випки, пистолеты и ножи можно кладить в разные рюкзаки. Они тебе будут приносить дополнительные бонусы. Поэтому 2, например, это очень даже неплохо. Ну вот, например, что у нас там можно? На удачу, какие капсулы-то? Да никакие, Bumble, Elite, Prima Collection, в принципе, никакие капсулы-то можно и просто крутить. Да, можно просто крутить, не останавливаясь. Винтер, все, поехали. Просто купоны будем считать. Все, поехали дальше. Так, тын-тын-тын-тын. А, блин, а представляете? О, не, надо слушать, надо эти, которые тебе ходят. И керамбиты туда же, блин. И туда же керамбиты, нахрен. Ай, крыльдец, блин. И керамбиты туда же, блин. Из Винтер выкрутил все. А, ребята, из Винтер капсул выкрутил все. Все, что можно. Все. И то. Там 3 предмета навсегда. И все они 3 вывалялись. Нормально, блин. И керамбиты зомби туда же. Крындец, блин. Слушай, ну это, знаешь, как поиздевался. Типа, на тебе 8 одинаковых баритов, а потом тебе все не одинаковое.
Это правда, это на какое-то издевательство похоже. Не-не-не, знаете, я сейчас вот так вот сделаю, потому что лучше я, знаете, поржу вот здесь вот, да? А вдруг, правда, тут вылетит, смотри. А вдруг, блин, золотая сейчас вылетит, это будет двойная. Нет, не вылетела. Не, ну просто так поржать чисто. Представляете? Так, продолжаем открывать винтер. Винтер 10 штук осталось. А в винтерах вылетело все. То есть, по сути, так мы просто докручиваем. Докручиваем для купонов. Вот, для купонов и для бесплатных купонов на капсулу. И для купонов на броню и т.д. и т.п. А, докручиваем и винтер. Потому что все уже вывалилось с винтеров. Блин, со всех бы так капсула вот так все вываливалось. И просто вообще не задумываясь, да? Так, продолжаем открывать. Январское. Ну что, новогодний, февральский, все. Да, Dragon Noble Gold. Мы оставляем Dragon Noble Gold. Мы оставляем ПП. Давайте элита. Мы сейчас, потом мы оставляем вот эти вот коротенькие. У нас прям будут коротенькие, прикоротенькие, да, капсулки. Давайте. Элиты 3. Вообще не помню, что в элиты 3. Ну, я надеюсь, мы сейчас увидим. Судя по тому, как нам сегодня прет. Я думаю, мы должны увидеть, что у нас в Elite 3. Я забыл, кстати. Да блин, я тебе говорю, есть у меня табличка, блин, в Elite 3. Но лучше, конечно, увидеть. Один раз увидеть, да? А хрен с ним, давайте. А хрен с ним. Нет. Так, ну давайте. Да не буду я, да, вот эту шкалу сейчас переключаться. Давайте, блин, не, ни хрена, Elite 3. По-моему, Elite 3 вообще нам нигде с него ничего не выпало. Так. Ну... Ух, сейчас даже не знаю же, чего хотеть. Там новогодние, только если веселенькие какие-нибудь пушки, блин. Потому что уже все остальное уже у нас есть. И дальше просто открываем. Давайте августовская капсула. И напоследок просто мы оставляем, да, у нас Dragon 7. Давайте августовская капсулка. Август, блин, откуда я говорю? С лета. С лета где-то там затерялись капсулы, завалялись, говорит, давайте, ну блин, вообще кому-нибудь прилетело что-нибудь, всего 5 штук, да, уже раньше, типа, из 5 можно было, что выйти, сейчас, что 5, блин, я там 100 кручу, что мне 5 капсул-то нахрен, Бамблби, а что там Бамблби, я вообще не знаю, что такое Бамблби, это, по-моему, с этого, с ивента пришло, с Батл Пасса, Бамблби капсула. Тоже ничего не выпало. Ну да, вот с этих карт. Хотя, блин, у меня вон с первой же капсулы вылетело. Так что говорить о том, что там что-то там не вылетит, это, блин, ну это глупо. Потому что может вылететь вообще с одной капсулы. Вот. Не обязательно иметь 47 или вон 72 капсулы. Достаточно иметь, блин, хорошую золотую ручку. Вот. Она, ну просто, понимаете, она, ну, у нас... Когда хочет, они, она по желанию просто работает, понимаете? Вот, давай, Опера 2. Ну, что у нас в Опере 2? Блин, да, давайте вы коротенькие. Что-то коротенькие капсулки вообще. Ну, я имею в виду коротенькие, которых по чуть-чуть. Они что-то как-то у нас не сильно прут. Вот. Ой, у меня аж голос просто, что у меня аж, блин, я так ужался, у меня аж глотка болит, блин. Да. Я, и чё? А, ну да, я выиграл. Да я знаю, что я отличный приз. Я столько отличных призов выигрывал. Вы чё, блин? Просто вообще. Давайте, ну, Prima Collection 4. Давай, Prima Collection. Блин, ну что-то выпадет вот из этих-то капсул, из коротких. Ну, какой-то дуртон, блин. Почему из тех-то выпадало нахрен? Давай. Какая-то удачка-то должна быть здесь. Да ты издеваешься, что ли? Блин. Ты, слушай, вообще из этих коротких, смотри, ничего еще ни разу не выпало. В общем, хотя в общей сложности уже накрутилось достаточно много. Не, Dragon, потом. Давай, Christmas. Ну, новогодние. Новогодние, по-моему, вообще ничего нету ни на одном аккаунте. Ну, какой-нибудь Christmas-то должен вывалиться. М? Тут столько, блин, навываливалось, блин. Нового года нет. Давай, Новый год, порадуй нас. Я на следующий Новый год буду с тобой бегать обязательно, блин. Хотя у меня есть там уже, блин, эмочки новогодние. Ну, да, Christmas что-то нам не прет. Christmas как-то не идет. Так, и осталось у нас что, новогодняя коллекция. Опять куча купонов. Опять куча купонов. Опять мы покупаем броню. Так, и продолжаем открывать новогодняя коллекция. Блин, ну что-то-то должно быть, блин, новогоднее. Ну правда, ну ребят. Так прям, по-моему, ну точно ни на одном аккаунте ничего новогоднего не вывалилось. Только вот эти давали, когда бесплатные. Вообще из новогодних коллекций, по-моему, ничего не вываливалось.
Я просто даже не представляю, что там может быть. Давай, ну что ты? Ну хоть что-то на новогоднюю коллекцию. Не, ни хрена. Вообще ничего не прет. Так, еще новогодняя коллекция. Давайте, новогодние коллекции. Б, А, Б, Б, В, Д, Г, Д. Давайте. Ну, еще. Че, зря фармили, что ли? Ну давай, ну что-нибудь-то должно быть. Ты просто, говорит, ты сильно накричался, наверное. Хорош тебе нахрен. Ну, блин, должно быть. Последнее. Вот так вот. Хопа. Не, ни хрена, блин. Так, что-то Новый год нас не радует. Новый год прошел, говорит, хватит, нахрен, ты что, обалдел? Что? О, февральская, зато он какая-то капсула, блин. Ух ты, блин. Все, не прет нам. Новый год нас не радует. Вот, все уже. Все забрали, наверное, из новогодних капсул. Ты поздно крутил, да? Все закончилось там в новогодних капсулах. Хрен-то, смотри, ни хрена, блин. Вообще жопа, блин, ни, вообще ничего из этих новогодних, из этих вообще ничего не попадало, представляешь? Вообще, блин. Все, прям пустую кручу уже хрен знает сколько времени. Да ладно, уже скучно даже, алло. Вы че, блин, издеваетесь, что ли? Давай. Ну что-нибудь, Нобли гол, Нобли. Февральская капсула Нобли, что там в тебе лежит-то? Тут, блин, уже выпал читак доминатор НГ. Ёпарный бабай. Тут не золотая капсула, тут читак доминатор НГ. Выпал уже, блин. Ай, блин, я пропустил, блин, он по-другому попадает, видите? Ёкарный бабайчик, так доминатор выпал. Ну, давайте, еще что-нибудь. Тут читак доминатор с Ubisoft и вот этот XM8. Смотрите, читак... Два читака. Блин, мне тут сегодня доставите. Мне сегодня на снайперке прет лапуля. Ты знаешь, сколько мне снайперок сегодня приперло с капсул, которые... Знаешь, сколько? 8, еще 2, 10 штук. 10 снайперок, сейчас еще 2 приперло. Причем, которые у меня тоже на складе одна есть. 10, блин. Ай, крыдец. 10 снайперок. 10. Это охренеть, блин. Ну, конечно, одинаковые, блин. Если, да, если были бы там разные, был бы вообще круто. Ой, что, еще один читак доминатор, что ли? Ну, давайте. Блин, зараза, смотри, из 9 капсул, блин, 2 читака. А там, блин, по 5, по 10 крутил, ни хрена, сейчас еще и третий придет. Вообще ржака будет. Ну, нет? Нет? Давай читака, блин. Ай, да, сегодня снайперский день. Он прям как говорит, говорит, ну, чувак, мы тебе столько, блин, снайперок, давай нахрен, играть с них будешь или нет, блин, в конце концов. А то подбираем все сейчас, блин. Придет какой-нибудь ивент, типа, отбираем пушки, с которых вы никогда не играли. Сейчас тунц нафиг. Нет, не пришло. Короче. Еще два читака деминатора пришла. Все, чуть-чуть осталось на пуле. Ух, блин, крындец. Я почти 2 часа кручу. Самая волшебная капсула. Так грустно выглядит уже. Было 1330 капсул. Сейчас 46. 46 самых волшебных капсул, которые я крутил, на которые я тратил все купоны. И наконец-то в этом сезоне я повыкручивал то, что мне хотелось от этих капсул. И уже, ну, продолжаю, в принципе, даже не, на, ну, не надеясь, но очень, если сейчас еще выпадет здесь Кубазетка 93 и Кар, это... Я не знаю, что уже сказать. Это пиздец. Это просто самое не просто офигенное. Самое пиздецовое окручение будет, блин, вообще за... Блядь. Алён. Они не парятся. В смысле, парно не выпадает. Мне уже с этой с Драгона 7 выпал. И Калаш, и Кубазетка 95, и Кубазетка 03. Если еще ребята... Давайте, сука, карт сюда для полной коллекции. Слушай, ну это правда, это самое потрясающее кручение. Выбил, ну, все, что, блин, я не знаю, ну, кроме двух, наверное, пушек, которые трех, наверное, да, блин, ну, столько всего навышибать. Давайте карт сюда, и это будет пиздец просто. Это зипень.
и коллаж, и 95-я, и 03-я кубозетка. Давайте, Кар. Это будет охренеть просто что. Это нет, но это должно случиться, ребят. Это должно случиться. Это должно случиться, прислучиться, прислучиться просто. Бля. 24-23 капсулы. Кар. 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 Блин. И будет, блядь, это будет просто супер коллекция будет. Супер коллекшн. И 95-я, и коллаж, и кубозетка 03. И кар сюда, давайте. Ну, давай, 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 давай. Я уже вижу, блин, от того, что уже выпало. Но это, блядь, я просто не ожидал даже такого. Давай, ну. Ну, 7. Блин, может быть. Да. 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 3. С последней. Охрен-то, блин. Не выпал кар. Лапулька 62 купона. Ну чё, я кручу? Алён. Алёнка, по-моему, жутко на меня разозлилась. Ну что, поехали. Итак, не дай бог мне выкрутить из этой капсулы, господи, этот самый паук. Я уже, наверное, неделю буду на коврике спать. Но если я сейчас еще и выкручу паук, это будет просто, я не знаю, что будет нахрен. Где я буду спать? Последний, следующий год, я не знаю. На дачу даже, наверное, не пустят, я думаю. Да? Да, лапулька? Открываем. Все. Пинг 5. Открываем капсулу Pink 5. Купить капсулу за бесплатные купоны. 62 купона. 62 капсулы Pink 5, в которых лежит 5-3 потрясающие пушки. Просто любая из них это шедевр. У Леночки 72 капсул не выпало ничего. Что же у меня выпадет с 62 капсул? Я посмотрю. На варечке с первого же купона, с первой же капсулы выпал Ан, потом выпали две М-ки. Да мне даже страшно, блин, если что-то сейчас выпадет просто. Давай, ладно, хрен с ним, уже навыпадало до хрена всего. Так просто сейчас купоны нахреначим. Вот, так для понта, для поржать. 45, блин. Я меня трясет уже. Крындец, блин. Крындец, крындец, крындец. Слушайте, здесь шкала с удачи, бесплатный купон, шкала удачи не идет. 36. Ну чё, ну пока ничего, половина уже исхреначилась. Пока ноль. Половина купонов вылетела. И ноль. Ну, я думаю, будет, наверное, у нас с Леночком похожая ситуация. Вот. А что, у меня и на этом 42 тоже ноль. Короче, только сварички, блин, приперло. Смотрите. Вообще хрень. Тоже реально ноль. 20 осталось. 42 уже все пиндет. 42 это как на художнике было. Сейчас будет приближаться к 57. Так. Осталось 14. Блин, да что ж такое-то, блин? Да ёпарный бабай. Только на варьку пришло, блин. Ай, какая-то. Слушайте, знаете, что напоминает? Это напоминает Dragon 7. Он над нами мучился, 2 года издевался, потом хренак выдал нам все, что надо. Ну реально, да. Все, смотрите, 4. Ленок, ничего. 62 купона, Ленок, бля. А лапусь. Лапусь.
62 купона в задницу. Не выпало ничего вообще. Прикинь. 62 купонов. Слышь, да это, блин. Ай. Как? Там, там навываливалось хрен знает сколько. Здесь 62 купонов. Ни хрена. Ну все, склад пуст. Капсул больше нет. Купонов больше нет. Покупать больше нечего. Вот представляете, блин, да, вот купишь ты 100 штук, а тут только 50 штук можно купить, смотри. Смотри, что вот ты купишь 50 штук, да, и тебе в задницу. 3600 это сколько получается? 3600 это у нас 900 рублей. Вот я сейчас уфигарил, наверное, да, получается 1000. Вы говорите, блин, жадный, да. Ну что вам сказать? 35 постоянных предметов сегодня прилетело. Не прилетело с купонов, не прилетела М-ка, не прилетели М-ки, которые хотел М-ка Картон, не прилетела, не прилетела М-ка Кракен, не прилетела М-ка Люкс, но прилетела куча всего очень хорошего, прилетела Куба Z-03 из той самой Royal Dragon. Я говорю, у нас, наверное, то же самое, потом как начнем уже дальше крутить, и уже начнется раздаваться с этой капсулы, спинка, и уже прилетит там и паук, и все, что хочешь. Прилетело два читака Доминатор, прилетел Керамбиты Картон, Игл С, что там, Дизигл Сильвер, кстати, ничего больше с этой вообще не пришло, только Дизигл пришел с тех капсул. Цербер АК-47 Империал Голд пришел шикарный. 4, сука, снежных барса. Нет, здесь два там еще есть. 4 снежных барса, 2 этих Цербера, да. Пришло со многих капсул, пришло причем неповторяющееся оружие. То же самое с Элитой пришло. НК-417, Г-36. Не знаю вообще, что за пушки такие. Но резко автомат Витола, да, повышенными характеристиками. Вообще не знаю, что вот это такое, тоже не знаю, блин. Вот, надо со всех попробовать. Так. ППшка Великий Зверь Империал Голд, Куба Зетка 95, которая только линочку пришла, которая тоже шикарная Куба Зетка, НК-417, то есть вот с этой капсулы, блин, все пришло нам, пришли вот еще два, да, вон два, 4 снежных барса, 8 Айрон Шарков, блин, 8 Айрон Шарков, Нобли Голд, пришло, блин, аж 12-ых две штуки. Аж 12. Так, нет, аж 12-ых две штуки. Бомбест Нобли Голд. 3 Картон Анаконда пришла. На. Так, Гатлинги 2 и кастет нож. Короче, 35 предметов навсегда. Ну, блин, сегодня супер, короче, не было. Ужался я вообще здорово, конечно, было ржачно, настроение поднялось шикарно. Леночек меня выгоняет на коврик. Вам всего хорошего, подписывайтесь на канал, приходите, у нас весело, позитивненько. Вот, и придется мне теперь со всего этого стрелять, и, наверное, блин, придется на этот аккаунт, чтобы приходить, ёпарный бабай, потому что столько тут всего уже навываливалось, вообще озвели. Ну, давайте, ребята, всем всего хорошего, спасибо, спасибо всем за все, спасибо за поддержку, спасибо за лайки. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы тоже поддерживаете наше хорошее настроение. Пока-пока всем. Всего хорошего.